Не позволяй себе родителям грубить. И голос повышать тем более не смей. Обязан уважать ты и ценить того, кто жизнь тебе смог подарить. Момент, когда себя считаешь правым, ты вспомни и задумайся на миг. Кто приходил домой с едой, усталым, не спал ночами, слушая твой крик. Кто брал тебя на руки несмышленым, держал покрепче, чтоб не уронить. Кто окружал заботой с пеленок, кто в первый раз учил тебя ходить. И прежде чем с родителями спорить, ругаться, обижаться и грубить, задуматься на миг хотя бы стоит. Без них тебя могло бы и не быть.